купила. На рынке, блин. Привет, ну что, друзья мои, написала вам пост, ну не пост, а сторис в инстаграме про вот этот вот сок, стоит 55 рублей всего, и в нем действительно томатный сок. Томатный сок, соль и сахар, и все. При этом соки, которые стоят 75 рублей и выше, за тот же объем, за 1 литр, там, они из томатной пасты. Консервированная томатная паста, соль, там, сахар, там, перец, еще что-то. Блин, это что за соки? Почему? Я не хочу пить сок из томатной пасты. Я могу тоже томатную пасту разбодяжить водой, добавить туда соль и пить такое. Но зачем? И будет это дешевле. Зачем, блин? Я что, за воду доплачиваю или что, которую они добавляют в томатную пасту? Что за фигня, блин, вообще? Меня это не устраивает. Такой томатный сок меня не устраивает. Спасибо большое. Ладно, вчера перед сном посмотрела, наконец-то я попала на стрим, а не просто запись стрима. Похитюша Кими вернулась. Блин, это реально обалденно. Вот прям действительно, когда у него был стрим, где он был в роли Ким Кардашьян, вот он действительно, как по мне, требовал прям продолжения. И он его таки снял. Я этому безумно рада. Очень-очень понравился его стрим. Особенно понравилась концовочка стрима, где он рассуждал об урологах и про собачек там рассказывал. Реально смешно. Вот, там видос какой-то попался, и он об этом рассказывал. Реально очень смешная концовка видоса, точнее стрима. Вот, посмотрите, очень рекомендую, очень клево. Вот. Еще посмотрела передачу «Привет, Андрей» с Малаховым, и там были звезды, выпуск посвящен был звездам 90-х. 2000-х, точнее. А следующий выпуск я посмотрела, там две части, я первую часть посмотрела, вторую пока еще не полностью, только начала. Звезды дискотек 80-х, 90-х. Я родилась в 91-м году, поэтому музыка 2000-х, это та музыка, которая, ну, как бы, да, прошла через мое детство. Вот, поэтому очень интересный выпуск, мне было действительно очень интересно посмотреть. Очень понравилась Наталья Власова. Да, вот это «Я у твоих ног». Классная, сама не раз ее пела. Очень нравится. И выглядит она обалденно. Был такой момент, когда она рассказывала о том, что однажды Жанна Фриске ее очень поддержала. И когда с Жанной случилась беда, когда она только-только заболела, и ей было очень, да, плохо, Наталья Власова узнала об этом. И 3 дня пролежала буквально вот как в коме просто. Просто лежала, ничего не делала на кровати, в огромном шоке от случившегося. И тогда на нее пришло озарение, она написала песню, чтобы Жанночка вставала и снова творила, да. И она предложила эту песню исполнить своим коллегам, вокалистам, знаменитостям, да, и никто ее не поддержал, вот вообще никто. И ее, но зато ее поддержали обычные люди, и тоже по кусочкам спели эту песню. У нас, мы когда-то так поздравляли ангелофрению блогерку, тоже по кусочкам каждый сказал часть своего текста, да, поздравительного. Это все склеили, и вот такое классное поздравление получилось. Но я не об этом.
этом сейчас. Так вот, простые люди, каждый спел по кусочку этой песни, это все смонтировали, склеили, и получилось замечательное видео в поддержку Жанны Фриске, чтобы она выздоравливала. Очень жаль, Царство Небесное, к сожалению, она так и не выздоровела. Вот. Но для меня было действительно огромным шоком, что другие знаменитости не поддержали Наталью Власову в этом. Вот. Зато как люди любят лицемерить и рассказывать о том, что они вот за Жанну Фриске, за то, чтобы она выздоровела, да, на тот момент, что вот. Да, угу. От песни впадло было спеть, да? Вот. Да, наверное, для кого-то это ерунда, вот, да, вот эта песня, спеть ее, да. Но мне кажется, что для вокалиста это не ерунда. Для вокалистов нет. И это бы. Это совсем другие люди, люди творческие. И для нее это было бы неким, я не знаю, толчком, подъемом бы. Она бы увидела, что сколько людей в ней нуждается, помимо ее поклонников, что ее коллеги рядом хотят, чтобы она выздоровела, встала. И вот такая подстава. Какие же люди все-таки подлые, кошмар. Еще сейчас смотрела выпуск с утра звезд 80-х-90-х, тоже очень понравилось, очень интересно. Вот, потому что эта музыка мне очень-очень нравится тех времен. Вот. Сейчас начала вторую часть смотреть, там как раз про Божью коровку группу. Вот. Про что типа там у него камешек в груди, да. Вот эта вот песня, я даже не знала, что это группа «Божья коровка» исполняет. Тоже очень-очень нравится, очень классные ребята. А, у него гранитный камушек в груди, вот, у него гранитный камушек в груди. Вот эта песня. Я даже не знала, что это они ее исполняют, как они выглядят. Пока вот мне однажды не показал муж на ноутбуке в ютубе отрывки концерта. Я когда увидела, я в шоке была, вот. Еще очень интересный момент, увидела... Евгений Труба или Трубин, как-то так, я не помню точно, который выступал с Борисом Моисеевым, вот. Ну, он перестал с ним выступать из-за большого давления того, что, ну, то есть люди думали, что он тоже гей, вот, и это на него очень давило, и он бросил выступать с Борисом Моисеевым. У него проблемы с легкими, очень жаль, голос действительно обалденный, и я бы на его месте не обращала внимания на эти слова, гений, гей, боже, да о ком только что не говорят. А ведь действительно у них был замечательный дуэт, вот. Очень классные передачи, очень, я рекомендую, советую, посмотрите, вот. Еще такой момент, мне стали в последнее время часто приходить то комментарии, то какие-то личные сообщения о том, типа, почему это на мои видео, да, у меня в рекомендациях. Ну вот серьезно, мне часто тоже попадают в рекомендации видосы, которые, ну, для меня в новинку. Я не видела этих блогеров и, в принципе, такой вид влогов не смотрела, да, до этого. Ну, я могу либо посмотреть, либо выключить, если мне не зашло. Но мне никогда не приходило в голову написать этому блогеру, типа, а что у меня это в рекомендациях? Ну, ты подумай своей башкой, почему у тебя это в рекомендациях. Наверное, потому что ты смотришь видео про Андрея Петрова, и я о нем высказала свое мнение. Наверное, поэтому у тебя это в рекомендациях, да? Вот. Или про Пахитюшу высказалась, или про Антона С. Но... Судя по тому, что я посмотрела у человека в просмотренных видосах, да, или в понравившихся, я не помню где, он что-то смотрел про Андрея Петрова. Ну, соответственно, вот поэтому у тебя мое видео и в рекомендациях. Что тебя так удивляет? Ты не можешь мозгами пораскинуть? Ты тупой или что? Ну, так подумай, почему мое видео могло оказаться у тебя в рекомендациях. Вот тебе ответ, если ты сам не соображаешь. Честно говоря, мне тоже когда-то в свое время попалось видео... Я уже об этом говорила Ксении Тельви, о том, что якобы Марина Михина ей написала про Антона С, сайт вот этот Love Hate. И, в общем-то, Антон тогда хотел еще уйти с Ютуба, записал свое видео. Так я узнала про Антона. И я не писала, я до этого тоже не смотрела мужиков, которые красятся. И я не писала человеку, что у меня твое видео в рекомендациях. Я такое не смотрю, типа, да?
Я посмотрела, мне зашло. Не зашло бы, я бы не писала такое человеку. Да зачем мне, блин? Зачем мне тратить свое время на такие сообщения? Ну, спасибо, что вы потратили свое время на свой высер у меня в комментах. Спасибо. Прям очень ценно это для меня. Вот. Я даже вам лайчочки поставила за это. Спасибо. Вот. Также я узнала и про ангелофрению, она мне попалась в рекомендациях, и она тогда говорила о том, что ребят, несмотря на то, что мы живем с Робиной Гудиной в одном городе, это не значит, что я ее знаю, зачем вы мне пишете, чтобы я передала ей привет или передала ей какую-то посылку, типа мы не знакомы с ней на тот момент, я так понимаю, они еще не виделись и не были знакомы, и как раз таки ее видео послужило причиной тому, чтобы они наконец-то встретились и сняли вместе коллаборацию. Так вот, она говорила, что вот мы не знакомы, бла-бла-бла. Вот так я узнала про ангелофрению, вот так я ее начала смотреть. Мне зашло, мне понравилось. И я не писала, если бы мне не понравилось, я бы ничего ей не писала. Ну, не понравилось и не понравилось, вот. Ну, окей, ладно, некоторые же считают, что комментарии как раз-таки для того, чтобы высказывал каждый свое мнение. Окей, если это ваше мнение, пожалуйста, можете его высказывать, я не против. Я даже удалять его не буду. Можете мне еще что-нибудь подвысрать в комментариях? Я не против, ребят, будь серьезно. Одно дело, когда пишут приятные комменты, да, на них приятно потратить время. Но когда ты сам с гнильцой, да, и решил свою гнильцу в комментариях кому-то высрать, ну окей, я просто буду знать, что есть вот такие люди и что в тебе находится, что в тебе ничего хорошего нет, это вот это ничего хорошего у меня в комментариях оставил, наследил, как будто усрался, знаешь, да, и вот говно ляпает по полу. Ну вот типа что-то того, это выглядит как-то так, вот серьезно. Я лично предпочитаю тратить время на то, что мне лично нравится, на то, что мне доставляет удовольствие, на то, что мне приятно посмотреть, приятно почитать, приятно пообщаться с кем-то. Я вот на это трачу время. Я не трачу время на то, чтобы посмотреть то, что мне неинтересно, или прочитать то, что мне неинтересно, пообщаться с тем, с кем мне неинтересно. Зачем? Зачем сеять негатив и писать какие-то гадости кому-то? Ну, типа, во мне нет этого негатива, чтобы кому-то этот негатив писать. Как-то так, это мое мнение, вот комментарии ниже как раз для того, чтобы вы высказали свое мнение по этому поводу. Удачи, ребята!